главный врач, доктор медицинских наук, профессор Эмиль Яковлевич Фисталь на сцене Донецкой филармонии презентовал песню собственного сочинения. Она звучала, но только один раз в филармонии. Первый раз, когда презентация. А сегодня она звучит в концертном исполнении впервые. Эмиль Фисталь – руководитель Донецкого института неотложной восстановительной хирургии имени Гусака. В 2017 году был удостоен звания «Человек года» в номинации «За достижения в сфере здравоохранения». А в 2018-м легендарному доктору было присвоено звание «Герой труда Донецкой Народной Республики» с вручением медали. Свою авторскую песню Эмиль Фисталь исполнил совместно с ансамблем «Септе Джаз» и его вокалисткой Алисой Черкасовой. Гимн стихам. Вот я написал стихотворение в 2010 году еще, о поэзии называется. А вот в конце прошлого года пришла мне мысль, я готовился к концерту, который мы проводим в филармонии вместе с нашим психологом Галиной Фирсовой. Это называется «Музыка для здоровья». И решил, у меня было стихотворение, посвященное поэзии, я решил написать музыку. Вот. И добавил к этому стихотворению припев, ну и мелодия, естественно, и получилось. Музыкой Эмиль Яковлевич стал увлекаться еще с юных лет. Это такого себе рода хобби. Он даже играл в студенческом оркестре на гитаре, мандолине, контрабасе. Гастролировал с оркестром от Москвы до Одессы. Со всех музыкальных направлений больше всего любит джаз. Действительно, джазовая музыка и ее исполнители – это особый статус. Это вот 100 лет будет в следующем году советская джаза. Он оригинальный, сейчас этот джаз вырастает по-своему. Но чем отличается джазовая музыка от других? Прежде всего, это ритм. И, наконец, самое главное, на мой взгляд, это импровизация. Потому что нигде другой музыки импровизации нет. Параллельно с врачебной деятельностью уже более 20 лет Эмиль Яковлевич пишет стихи. В этом году вышел его уже третий сборник сочинений под названием «Рифмы и ритмы в медицине». Стихи – это песня. Стихи – это грезы, стихи – это счастье, стихи – это слезы, стихи – это ритмы, стихи – это пульс, и людям молитвы, и людям конфуз. Здесь сначала стихотворение, а в конце уже ноты и музыка. Я пишу то, что меня вдохновляет. В основном здесь описано о моей семье. Я посвятил своим детям, внукам, семье своей. Посвятил своим коллегам очень много. Ну, вот это основа. Ну, жизни посвятил. Ну, надо посмотреть. То есть все тут есть. Тут в основном мне дизайн нравится. Вот моя семья, вот и мои внуки. Это сын старший. Вот. Это внучке Кате посвящено. Она мастер спорта, мастером спорта по плаванию стала в 12 лет. Ну, здесь несколько десятков стихотворений, которые я написал, которые раньше практически не были опубликованы. Ну, или мои любимые стихотворения. Она и название соответствует. «Рифмы и ритмы в медицине» называется. Поэзия – бездна. И небо, и море. Поэзия поэтов – стихия. И радость, и горе. А что же есть проза? Она «Мама мия», поэтому гроза стихов аритмия. Я хочу поблагодарить и вас, и очень многих сидящих в зале медицинских работников, докторов, врачей, я вас очень люблю, я вас знаю. За ваш самоотверженный труд, за ваш ежедневный подвиг. Но у вас еще поблагодарить за творчество, за программы, за музыку, которую вы сегодня все услышали. Спасибо за песню.